Дорогие друзья, меня зовут Сергей Яшин. Я бесконечно рад вас приветствовать на этой конференции. Бесконечно благодарен всем, кто эту замечательную встречу нам устроил. Тема моей сегодняшней лекции – образ божественной женственности в тантризме. Ну, для того, чтобы сказать, вот вчера была озвучена лекция о буддийском тантризме, мне бы сегодня хотелось чуть-чуть осветить так называемый индуистский тантризм. Индуистский даже я бы не стал бы его называть индуистским, потому что на самом деле сами тантрики называют свою традицию сатья саната тантрика дхарма или святой вечный тантрический закон, не употребляя при этом термин индуизм. Я бы сказал, что существует как бы тоже здесь два основных пласта тантрической традиции. Существует исторический пласт тантрической традиции. Тантра возникает в Индии примерно в 6-7 веках нашей эры. Во всяком случае, к этому времени относятся документы, которые мы знаем как тантра. Тантры делятся на два основных подвида. Это агамы, это когда Шива получает свою возлюбленную прекрасную богиню в Шакте и открывает ей тайны тантрического учения. И существуют нигамы, это более малочисленный свод тантрических писаний, где Шакти наставляет своего супруга. А вы, дорогие слушатели, немножко в курсе вообще, что обозначает слово тантра, да? От какого слова происходит слово тантра? Слово тантра вообще очень-очень многозначно в санскрите. Это одновременно и учение, это одновременно и нить, что может предполагать, да, инициатический шнур, который вешается на шею тантрика. Это одновременно и линия учения. И, наконец, тантрами называют сами по себе, да, тантрические тексты, о которых я уже сказал. Но это вот в историческом плане 6-7 век нашей эры. На самом деле, конечно же, все же мы можем предположить, что тантрическим писаниям предшествовало некое учение, вполне возможно, некие утраченные нами тексты, которые мы не знаем, либо вообще, вполне возможно, некая устная традиция. Существует и некий метафизический план, в котором утверждается, что первые тантры были открыты Шиве Шакти или Шакти Шиве в процессе их беседы. При этом, что любопытно, что эта прекрасная парочка Шива и Шакти, они прекрасно знают абсолютно обо всем. Вот эти поучения, которые они дают друг другу, это часть их игры, которая называется, да, на санскрите лила. И практически вот лилой, игрой Шивы и Шакти создан, точнее манифестирован, не создан. Тантрическая традиция – это манифестационистская традиция, она не креационистская. Она не утверждает, что Бог там слепил человека из глины или создал мир экс нихило, создал его из ничего абсолютно. Тантра утверждает, что все, что нас окружает, это часть некой божественной игры, часть лилы, в результате которой, собственно говоря, появляемся и мы с вами, как дети Шивы и Шакти, как живые души, как дживы. И в процессе нашей как бы реализации мы должны настроиться на эту божественную игру. Но здесь тоже вопрос относительно того, как на нее настроиться. На нее настроиться можно только, в общем-то, одним путем. Это путь ликвидации, опять-таки, любой двойственности, о которой уже говорилось, да, это постижение в себе, в мужчине, да, внутренней шакти, это постижение в женщине, внутреннего Шивы. Современная тантра, современный тантризм предполагает 5 основных направлений. Это поклоняющиеся Шиве, Шайва, это поклоняющиеся Вишну, Вайшнава,
Это две небольших очень тантрические группы. Одна поклоняется Богу Солнца, это Сурья, поклоняющаяся Ганеше, Ганапати. И, наконец, самое большое течение, собственно говоря, о котором я буду говорить сегодня на примере именно этого течения, рассматривать нашу с вами тему, это шактизм, в котором образ женщины является доминирующим. Богиня сказала: «Все, что видят ваши глаза, это мой храм. Все действия направлены ко мне. Все времена мои, священные праздники. Моя природа во всем». Деви Гита. Ну и из другого писания Махачинарачарасана Тантра. «Поскольку в теле женщины всегда пребывает благая богиня, все женщины достойны почитания и названы основой пути». То есть практически без женщины, вне поклонения женщины, невозможно как таковое тантрическое шактистское поклонение. Тот герой, мне подобный, кто всегда служит женщине. Истинное служение исполнено любви. Оно дверь к освобождению. Трапхасанья Тантра. Что мне бы еще бы хотелось бы подчеркнуть относительно именно шактизма, тантрического шактизма, что шактизм, тантрический шактизм, по сути своей был своеобразным восстанием женщины, женского архетипа против патриархального индийского общества, в котором преобладал смартизм, в котором преобладали жесткие кастовые ограничения, в котором преобладали религиозные ограничения. Поэтому тантра, по сути своей, она направлена на ликвидацию вот этих социальных барьеров, моральных каких-либо обусловленностей. Это не значит, что она аморальна. Это значит, что она направлена против устаревшей, брахманистской, патриархальной морали общества, где, в котором преобладал мужчина. И, собственно говоря, основной и тайный тантрический ритуал, он также, в принципе, направлен на преодоление вот этих запретов, которые складывались в традиционном индийском обществе. Все знают, что такое ритуал 5М. Кто-нибудь в курсе, да? Поедание мяса? Да, совершенно верно. Это в ходе ритуала, но до него допускались далеко не все, а только тот, кто был исключительно к этому подготовлен. Тантра знает три уровня подготовленности своих адептов. Это уровень пашу, да, или уровень животного, который, в общем-то, еще связан какими-то там путами двойственности, путами обусловленности этого мира, и который, в общем-то, не может распознать вот этого вкуса сакрального, священного, который просто там может наслаждаться вкусом мяса или просто может наслаждаться винопитием. В Куларнава Тантра Шива говорит, что если бы все любители там покушать мясо, приходили бы, так скажем, к освобождению, то все там поедатели плоти, они были бы великими освобожденными. Или все любители там вина, хорошо там выпить, были бы исключительно там освобожденными. Нет, это, конечно же, не так. Поэтому к следующему уровню, уровню сакральных таинств 5М, допускались только люди следующего уровня, люди уровня вира или героя. Обряд 5М предполагал кушение мяса, что, конечно же, в Индии, да, вегетарианской Индии, считалось, в общем-то, по сути своей запретным, вкушение рыбы, вкушение вина, вкушение поджаренных зерен, и, наконец, этот обряд заканчивался любовным соитием или майтхуном. При этом предполагалось, как написано в Йоне Тантра, что для майтхуны очень хорошо подходит своя жена, но еще будет лучше, если это будет жена твоего друга.
или вообще, что совершенно уже совсем не допускалось в Индии. И если это будет жена твоего наставника, это будет еще лучше твоего гуру. Вот. А еще лучше, если это будет чандали, то есть женщина совсем, да, из низшей касты, касты неприкасаемых, о которых я еще сегодня буду говорить, потому что касту в 10 Махавидья, в 10 великих знаниях тантры олицетворяет очень интересная богиня, богиня загрязнения, которую называют Матанги. Я когда всегда думаю о 10 Махавидья, о том, как шакти разделилась на 10 богинь, мне всегда вспоминаются слова из книги закона, ибо я разделилась ради любви, для возможности единения. Итак, какова история возникновения этих 10 Махавидья, этих 10 богинь шактистского пантеона? Она следующая. Однажды Дакша решил устроить великий праздник жертвоприношения богам. И на этот праздник жертвоприношения богам он не позвал одного единственного бога. Он не позвал Шиву. Потому что Шива, Дакша, а Шива был женат на его дочери, на Сати, Шива Дакше очень не нравился, потому что, в общем-то, Шива тоже во многом асоциальный, в общем-то, бог. Он шляется по кладбищам, он обмазан кремационным пеплом, он ходит голым, либо в звериной шкуре, бесконечно пьет вино, курит гашиш, предается любви со своими прекрасными избранницами, но во всяком случае ведет себя как достаточно маргинальное божество. Поэтому Дакша, в общем-то, и не позвал своего родственника на этот праздник. Значит, что Сати величайшим образом разгневалась и сказала, что ты не ходи на этот праздник, а я на него пойду. Значит, что Шива сказал, нет, если я на него не пойду, то и ты на него тоже не пойдешь, сиди дома и никуда не ходи. Вот, кстати, любопытный момент, да? Здесь описывается некий конфликт между мужчиной и женщиной в тантризме. Некое восстание на патриархальные обычаи тогдашнего, да и сегодняшнего, и вообще во многом, да, человеческого общества. Но здесь женщина восстает, и здесь женщина побеждает абсолютно нокаутом. Что происходит? Она разделяется на 10 богинь, и каждая из этих богинь закрывает двери в дворце Шивы. Но, кстати говоря, здесь тоже достаточно любопытный йогический момент. Вот это вот закрытие дверей шакти, которая разделилась на 10 богинь, она символизирует еще собой закрытие 10 отверстий в теле человека в ходе йогической практики. Двух глаз, двух ноздрей, рта, ушей, ануса и гениталий, и брахмананды, вот этого отверстия, мистического отверстия на макушке человека, в результате которого возможно общение с Высшим. И куда бы Шива бы не пошел, каким бы дверям бы он бы не двинулся бы, он везде встречает, собственно говоря, свою супругу, только в разных видах. И эти виды, они очень разные. Они то бесконечно привлекательные, бесконечно обворожительные, то вообще, по сути своей, ужасающие. Он застывает просто в ужасе от того, что он видит, и отпускает ее на праздник жертвоприношения. Но вот на праздник жертвоприношения она отправляется в весьма экстравагантном виде. Она становится богиней Кали. Она чернеет от своего гнева, она обнажена, у нее высунутый язык. Ну а о символизме Кали мы еще чуть-чуть поговорим, когда я буду говорить конкретно о каждой из 10 Махавидий. В гневе она бросается в жертвенный огонь.
На этот праздник все-таки приходит Шива, он выхватывает тело своей полусгоревшей возлюбленной из огня и начинает с ним любовный, немыслимый танец боли по всему, так скажем, окружающему миру. А танец Шивы — это тандава, да, это разрушение. Шива танцует в конце разрушения мира и, в конце концов, сжалившись над этим миром, которому грозит полная аннигиляция, полная ликвидация, бог Вишну разрубает тело Сати на 53 части, которые впоследствии образуют буквы санскритского алфавита. Вот здесь тоже интересно, что санскритский алфавит, да, практически представляет собой воплощение богини, представляет собой ее как бы дум. Поэтому, собственно говоря, каждая буква санскритского алфавита еще называется матрика, да? Буква мать, материнская буква, по сути. Есть, правда, еще другая версия появления сети Махавидьи. Она тоже очень, собственно говоря, похожа на первую версию, но она менее, я бы сказал, трагична. Просто Шива долго уже со вторым воплощением Сати, да, с богиней Парвати, живет на горе Кайласа, и наконец-то, в общем-то, она ему надоедает, и он решает ее бросить. И здесь также Парвати приходит в гнев, она разделяется на 10 богинь, на 10 Махавидья, которые закрывают собой входы во дворец Шивы. Итак, конкретно о 10 Махавидья. Чему, собственно говоря, нас учат Махавидья? Я, в общем-то, конечно же, телемит. Я не являюсь правоверным тантриком. Это очень, я бы сказал, не европейский путь. Для нас, в общем-то, проще усваивать все-таки традицию западного эзотеризма, западной магии. Как мне говорил один знакомый тантрик, для того, чтобы стать тантриком по-настоящему, нужно не только знать санскрит, нужно думать на санскрите, необходимо видеть сны на санскрите, но я думаю, что не каждый из нас, да, так с вами может освоить сей древний и весьма, так сказать, непростой язык для того, чтобы на нем видеть сны. Однако вот эти 10 Махавидья, как мне кажется, они, в общем-то, нас многому могут научить. Во-первых, они говорят о бесконечном многообразии бытия, которое открывается нам абсолютно различными гранями. Как я уже сказал, оно может выступать в виде абсолютного ужаса, оно может быть выступать как предельное, в общем-то, блаженство. Вопрос. Да. 10 Махавидья, можно ли провести аналогию с 10 сферами? Сразу то, что напрашивается. Дорогой брат, такие, в общем-то, попытки я предпринимал, я пытался это сделать, но все-таки это не очень-то ложится. Это не очень ложится, потому что, в общем-то, это некая другая все-таки духовная традиция, да? Например, ту же самую Кали, ее можно отождествить с Биной, да, и, собственно говоря, с матерью... И с Гебурой, как не было. И с Гебурой можно то же самое отождествить. Но дело в том, что... Вот любопытный момент, когда я в свое время писал для Иупана работу о Венере, я обнаружил, что Венера, да, как некий Афродита, как некий женский архетип, она охватывает, да, как об этом пишет Алистер Кроули, охватывает собой все абсолютно древо жизни. И что любопытно, что Венера в греческой традиции Афродита, это не только прекрасная там женщина, которая вышла из морской пены. Кстати говоря, она из очень специфической вышла морской пены-то, куда упала кровь и семя оскопленного неба. Так скажем, не очень такой благой, я бы сказал, был образ, да? Обратите внимание, она вышла из Великого моря. Любопытный момент, да? Но ведь она же не только благостная, прекрасная девушка, которую мы видим, например, на полотне Сандро Боттичелли. Она одновременно и Скотия темная, она одновременно и андрофага, пожирающая мужчин. То есть у нее то же самое, много аспектов. Она не только предстает нам как вот прекрасная, обворожительная женщина, она и имеет свои чудовищные, разрушительные, я бы сказал, весьма воинственные даже черты.
Да, собственно говоря, как христианская Богородица. Чего за примером ходить? Да, это не только вот матушка-заступница, которой бабушка в платочках поклоняются. Это же, собственно говоря, если мы с вами возьмем некие гимны христианские Богородицы, где она именуется избранной воеводе, она почитается как богиня-воительница, по сути, смотри. Поэтому вообще, собственно говоря, любой божественный образ, по сути своей, да, он, в общем-то, во многом амбивалентен. Итак, Кали. Первое упоминание, первое Махавидия, Кали. По сути своей, Кали является воплощением того нуменозного опыта, о котором говорит Рудольф Фута. Этот нуменозный опыт открывается в предельном тотальном ужасе. Притом не просто страхи. Не просто трепете, не просто какой-либо боязливости, а именно том ужасе, ангст, о котором говорил Мартин Хайдеггер. Вот эта вот встреча с нуменозным, которая потрясает человеческое существо до его основания. Сложно сказать, когда впервые этот образ появился. Черный, а именно темно-синий богиня. Ну, где-то, скорее всего, это первое упоминание, которое мы с вами можем зафиксировать, это 600-й год нашей эры. Кали почиталась как периферийное божество, как изгой, как разрушитель социальных моделей, как освободительница от запрета. Кали, по сути своей, это образ другой женщины, которую боится мужчина и не хочет ее воспринимать. Это женщина, которая вышла из-под запрета, из-под контроля социума. Собственно говоря, что и символизируют ее атрибуты. Это высунутый язык. Она изображается обычно с высунутым языком. Но вот здесь у нее не очень как бы высунутый. Здесь она совершает знак почитания Кали. Она восседает на черепах. Есть такая тантрическая форма поклонения Мунда Садхана, да? Садхана, духовная религиозная практика, которая выполняется, сидя на черепах. Вот. Да, здесь у нее заметен, все-таки заметен, да, высунутый язык? Немножко. Заметен. Во-первых, он символизирует вкушение всего запретного. Второе, он символизирует сексуальное удовольствие, которое испытывает Кали, высунув язык во время своего соития. И третий, я бы сказал, бы немножечко комичный пример. Однажды Шива, он бесконечно покидал свою Кали, бесконечно с ней вступал в какие-то очень сложные взаимоотношения в контексте их, так скажем, контакта. Он тоже однажды покинул Кали для того, чтобы побродить по еловому лесу. Во время своего блуждания он вкусил слишком много вина. Вот, и опьяненный упал в этом сосновом лесу. И Кали в темноте нечаянно наступила на своего мужа, и от удивления высунула язык. Мы опаньки, да, там, что это такое произошло. Вот, следующее. У Кали распущенные волосы. Женщины в Индии заплетают волосы в пучок. И распускают их в некоторых регионах Индии, они их распускают в двух случаях. Они их распускают в период менструации и распускают их в знак траура по своему умершему мужу. Поэтому, опять-таки, да, здесь Кали изображена в том состоянии, в котором в Индии женщина считается нечистой, считается загрязненной. Загрязненность, да, считается вдова. Вспомним, да, обряд сати, самосожжение вдов, который был еще отменен, да, в современной Индии. Да и вообще вдова считается чем-то, даже в современной, да, Индии, считается чем-то страшным, чем-то, в общем-то, опасным,
тем существом, которое, в общем-то, сгубило своего мужа. Ну и менструальный период, да, во многих религиозных традициях, он считается периодом женской нечистоты, хотя, наоборот, соединение женщины в ее менструальный период в тантре всячески приветствуется. И тантрик даже наносит тилак, он наносит не кумкумой, не цветным окрашенным в красное порошком, он наносит кровью, менструальной кровью свои. Ну и еще также распущенные волосы Кали, они отражают некий первобытный, да, изначальный хаос, из которого проявилась наша Вселенная и в которое она погрузится. Также Кали изображается либо сидящей, либо стоящей на теле своего мужа, либо предающейся любовью в перевернутой позе, то есть она доминирует, она находится сверху. Вот. Известная тантрическая максима, она гласит следующее, что Шива без Шакти – это Шава. Шива без Шакти – это всего лишь труп. Она является той энергией, она является его движением, она является его волей. Она чаще всего изображается ногой, ну здесь вот она прикрыта немножечко там, на бедерной повязкой, она изображается ногой в силу того, что таким образом говорится о ее неприкрытой природе, о ее обнаженной сверкающей истине. Локализация в теле. Локализация в теле считается, что в виде ракта Кали, она находится в нашем сердце. Тантрическое учение говорит также о тайном сердце, которое находится в правой стороне нашей груди. Здесь она почитается в правой стороне груди, она почитается как Бхадра Кали и говорит о внутренней самореализации. И, наконец, высшая запредельная Кали, Парамахамсия Кали, она находится в центре груди, соединяя с собой внутреннее и внешнее. Какой медитативный поступ может быть к образу Кали? Это, прежде всего, медитация на времени. Это медитация на вот этой череде смертей и рождений. Время, оно, да, оно убивает нас, оно пожирает нас, но и свое бытие мы тоже, в общем-то, по сути своей обретаем во времени. И, в общем-то, в какой-то степени, да, наверное, понимая, созерцая Кали, нам, может быть, понятнее, ближе становится одна из формул гностического символа веры, что моя жизнь есть единство личности и вечности. Да, мантра Кали. Крим, 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 гум, гум, хрим. Хрим дакшине калике, крим, 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 гум, гум, хрим сваха. Эта мантра, она обращена к Кали как неспосылательница некого блага, но блага именно духовного, потому что считается, что ничего материального у Кали просить нельзя. Кали вообще изначально почиталась как предводительница в 6-м, да, в 600-м где-то году нашей эры, она почиталась как предводительница шайки воров. Поэтому, собственно говоря, каких-либо, да, благ, каких-либо плюшек, попросите у Кали, да, но плюшки будут, плюшек никаких не будет. Чего можно просить? Только духовной самореализации. Это ее... Но, с другой стороны, если человек-мошенник, собирается кого-то там хорошо прокинуть... Зачем, Антон? Да, у каждого существует своя орбита. Зачем кого-то кидать? Мы все-таки, да, звезды. А мошенничество, оно не предполагает. Мне кажется, она почиталась как воров. Да. Ну и тхугов, да, практически, да, не только воров, но и практически убить. Это Янтра Кали. Следующая богиня Тара. Собственно говоря, это одна из Махавидья и почитаемых божеств не только в традиции индуизма, но и в буддийской традиции.
Ну, например, в буддийской традиции существует почитание, да, зеленой Тары, которая тесно связана с Авалокитешварой, которая родилась из слезы Авалокитешвары, когда он оплакивал, да, страдания существующего мира, актуального мира. Тара переводится, двойственно тоже переводится с санскрита, потому что можно перевести Тара, да, как звезда. И одновременно Тара происходит от санскритского корня тр, что обозначает перевозить, переносить через, собственно говоря, сансару, через бушующее море нашей жизни. Это некая путеводная звезда, это некий маяк. Вот. Почему-то, когда я всегда думаю об образе Тары, я всегда вспоминаю стихотворение Иннокентия Анинского. «В молчании миров среди светил одной звезды я повторяю имя, не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими, если мне сомненье суждено. Я у нее одной молю ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света». В буддизме, ну, кроме образа Угра Тара, который действительно является собой некую гневную такую форму, в индуизме Тара тоже достаточно гневная, яростная Махавидья, яростное божество. Она также изображается танцующей на трупе своего супруга и, в общем-то, очень по сути своей похожа на образ Кали. Но здесь единственный момент. Она считается одновременно и бесконечно милостивой богиней. Для нее, как указывают, да, тантрические тексты, для нее не нужно какого-то особого поклонения. Для нее она не требует никакой особой практики. Она просто требует, как утверждают тантры, некого памятования о ней. Просто воспоминания о ней, которые по сути своей уже приносят человеку освобождение и радость. И опять-таки, говоря о связи телемы с тантрой, наверное, именно этот образ Тары, он нам позволяет еще лучше понять, что каждая мужчина и каждая женщина – звезда. Извини, пожалуйста. Просто, и, к сожалению, вынуждена извиниться, надо убегать, но я просто… Можно я тебя про Тару допустим? Да, конечно. Я просто я узнала об этом образе когда-то из мифологической, очень-очень давно, это, наверное, в начале 90-х, издали мифологическую энциклопедию с очень хорошие авторы там присутствовали. А там был буддийский скорее образ Тары, как, собственно говоря, она как спутница Авалокитешвары там присутствует. И там так прекрасно было сказано, что это была принцесса, на самом деле, которая решила, ну, заняться духовным путем. И она очень многого достигла в своем духовном развитии, очень многого. И уже фактически была готова, ну, достичь нирваны. И ей ее учителя стали говорить, типа, ну, дорогуша, ты женщина, вот родишься в следующем воплощении, вот тогда ты точно достигнешь нирваны. А она сказала, а вот и нет. Вот, и она, собственно, стала бодхисаттвой. То есть она не ушла в нирвану, но она вернулась с тем, что она стала бодхисаттвой, чтобы помогать людям достигать, так сказать, дальнейшего продвижения, вне зависимости. То есть это такая первая революционная женщина, которая, я бы сказала, что, ну, да, знаете что, идите вы со своими воплощениями. В каком воплощении хочу, в таком и буду продвигаться на этом жизненном пути и буду еще вам помогать. И поэтому, кстати, ей можно, в принципе, к ней можно обращаться во время путешествий. Там, она очень во многих вещах людям помогает, ну, как любая бодхисаттва. Но это ее другой аспект, это уже не индуистский, а буддийский. Ну, буддийский да. Аспект. Извини, пожалуйста. Спасибо, Аня, за дополнение. Я прошу прощения. Спасибо большое. Ну, кстати говоря, что любопытно, что, опять-таки, тантрическая традиция утверждает, что именно Тара, звезда, появляется тогда, когда себя проявляет окружающий нас актуальный мир, когда он манифестируется. Первое, что манифестируется, это Тара. И последнее, что манифестируется, это тоже Тара.
Она ведь не больше, не меньше изображена в набедренной повязке, я просто видел эти изображения Тара, из 8 змей. И в конце нашего мира эти 8 змей, они изрыгают яд. И наш окружающий мир аннигилируется, собственно говоря, этим ядом. То есть она первая и последняя. Ну, напоминает книгу, да, безусловно. Только там, там как бы змей говорит, да, от имени доходит. Да, когда я поднимаю, он говорит, что мое число 8. Мое число, да, 8. Здесь абсолютно, спасибо, дорогой брат. Абсолютно, конечно же, здесь тоже многие-многие моменты совпадения, они, собственно говоря, однозначно, я думаю. Более того, ведь многие книги Телемы, та же самая книга «Рубиновой звезды» или та же самая книга «Духовного Козерога», по сути своей, да, очень здорово напоминают, да, тантрические писания. Обратитесь, прочтите и сравните, и сделайте сравнение. Еще одна очень интересная легенда, связанная с Тарой, когда мудрец Васиштха предавался 10 тысяч лет аскетическим подвигам и никак ничего, в общем-то, не мог достичь. Тогда Брама ему посоветовал поклоняться Таре. И он еще 1000 лет поклонялся Таре, но опять-таки ничего не достиг. В конце концов, ему явилась сама Тара и сказала, что при помощи аскетизма, при помощи каких-то аскетических духовных практик ты ничего не достигнешь. А как мне поклоняться, зная только Бог Вишну в его аватаре, аватаре Будды, которого ты можешь найти в Китае, встретить в Китае. Ну, сначала Васиштха прогневался и хотел Тару проклясть, из-за чего вся земля задрожала в ужасе. Но, осознав свою ошибку, он отправился в Китай и встретил абсолютно мертвецки пьяного Будду, окруженного прекрасными девушками, с которыми тут предавался любви. Когда Васиштха пришел в ужас и сказал: «Да боже ты мой, что же это такое за кошмар?», то Будда ему сказал: «Не обращай внимания на все это, потому что все, что ты видишь, это только иллюзия». И научил Васиштху, собственно говоря, ритуалом 5М, при помощи которого тот сразу обрел, да, необыкновенную способность и стал продвинутым садхаком. Мантра Тары «Ум Хрим Стрим Ум Пхат». Хрим – это мантра сердца. Стрим, стрим, остри, женщина, подчеркивает женский характер этого божества. Хум – это, собственно говоря, мантра гнева. И пхат – это мантра отсечения из ушей. Я побыстрее буду. Янтра Тары. А где она в телях лежит? Она активизируется в области Вишудха чакры. Трипура Сундари. Красота трех городов, что можно перевести с санскрита. Это материальная вселенная, с одной стороны, с другой стороны, это сновидческая часть нашей личности. А третья, да, часть – это мир причины, ментальная причина. Она также присутствует в солнце, в луне и в огне. Вот. История ее появления во время медитации. Бог любви Кама, он все время отвлекал Шиву от медитации, но Бог любви, он все время не спосылал в него свои стрелы. И в конце концов Шива, разгневавшись, Каму сжег дотла, после чего Кама стал Ананги, да, то есть бестелесным. А из пепла, который остался от Камы, Шива слепил маленького человечка, которого назвал Пханда. На самом деле Пханда родился практически из гнева Шивы и представлял собой его гневное проявление. Но Шиве он понравился. Шива смотрел на этого человечка и все время говорил: «Пхан, пхан», что значит на санскрите «хорошо, хорошо». Этот потребовал у Шивы мантры, всевозможные практики, при помощи которых и заполучил над миром на 6 тысяч лет абсолютную власть.
После чего боги поняли, что Шива, собственно говоря, сделал. Они призвали великую богиню Шакти в виде Трипура Сундари, которая, собственно говоря, его и уничтожила. Вот. Локализация в теле Сахасрара чакра. Подступ медитативный – это осознание единства всего окружающего нас мира. Есть такая максима и индуистская «Ахам Брамахсвани» – «Я есть Брахман». Или такая мантра «Ом Сачидейкам Брама» – «Блаженство сознания и бытие едины». Это янтра Трипура Сундари. А что там такое в янтре? Типа канцелярской скрепки. Это что такое? Это не канцелярская скрепка, это шивалингам. Фаллический символ? Фаллический символ, совершенно верно. На канцелярскую скрепку очень мало похоже. Да не похоже. Следующее, Бхуванешвари, царица, ее называют царицей пространства. По сути своей она проявляет себя в начале также сотворения мира, она проявляет себя как солнце. В каких-то основных мифах, многообразие мифов о ее происхождении, ну они просто отсутствуют, у нас нет их. Она формирует в нас некое духовное пространство, и локализация в теле ее, оно в общем-то повсюду, во всем нашем теле, по всему нашему существу. Медитативный подступ к ней – это созерцание пространства между объектами. Ее мантра очень простая – хрим, мантра сердца. Это ее янтра. Следующая девушка, также весьма воинственно выглядит, это Пхайрави, то есть ужасающая. Она символизирует разрушение мира в его огненной форме. Иногда она предстает как некая гневная женская ипостась Шивы. Еще раз я просто хочу возвратиться к тому, что сказала сестра Айси. Гендерных различий здесь тоже нет. Она одновременно и Пхайрава, и Пхайрави. Точно так же, как и Кали. Ни больше, ни меньше, шактисты считают, что ее аватары Кали, является Кришна. Этот пастушок, который играет на флейте. Вот в нашу эпоху, да, в Кали-югу, воплощением Кали является Кришна. А, кстати, Кришна это тоже означает черный. Совершенно верно, брат. Конечно же, черный. Вот она также... На осле верху? Да? Она на осле верху. Притом на Тибете еще называют ее Лхаму. Она не только едет на осле, она еще сделала седло из кожи своего сына. А что у нее в руке скелет? Внутри у нее, да, изображение скелета, а в другой руке меч Катанга, которым совершается кровавое жертвоприношение. Потому что в Хайраве, как, собственно, в Уэкале, она принимает жертву кровь. Манта ксраем кслим ксрух. Этот звук кс на санскрите обозначает звук поднятия кундалини. Локализация в теле Муладхара чакра. Муладхара? Да. Медитация либо на огонь, либо на так называемую надабраму, на звук, который вибрируется достаточно долго. Это ее красивая янтра. Да, красивая, правда. А вот это вот, что называется, безголовый вариант, о котором говорило кентервильское привидение в рассказе Оскара Уайльда. Помните, да, когда привидение говорит, а теперь попробуем безголовый вариант. Вот просто труп, да, он внушает страх, а обезглавленное существо еще внушает еще больше страха.
Потому что намекают человеку на возможность лишиться его операционки. А, собственно говоря, для того, чтобы постигать мир неким внутренним своим существом, постигать его сердцем, эту операционку зачастую мы вынуждены отключать. Собственно говоря, это и обозначает, и символизирует богиня Чиннамаста, обезглавленная богиня. Она окружена двумя демоницами, которые пьют правую и левый фонтан ее крови. Она пьет центральную. Но здесь также йогические аналогии, они совершенно однозначно, правый и левый канал обозначает Иду и Пингалу, а центральный канал обозначает Сушумну, которую она вкушает сама, центральный канал крови. Вот. Также она обозначает электрическую силу, видит молнию и моментальное интуитивное прозрение. Стоит она на боге Каме и на богине вожделения Рати, которые занимаются любовью. Некоторые считают, что это обозначает подавление сексуальной энергии. Ничего подобного. Они, наоборот, как бы взаимообмениваются различными силами, которые проходят через них. Иногда, собственно говоря, она, да, изображается в коитусе со своим возлюбленным. Юм мантра Ом Шрим Хрим Хрим Айм Ваджравайрочанья Хум Хум Пхатсваха. Ваджравайрочанья, да, тоже переводится, да, как покровительница молнии. Ее янтра. Кстати, она считается самым жутким воплощением Кали. А почему? Безголовая, пугающая, и ну даже один из мифов ее происхождения говорит о том, что она, да, боролась там с демонами. И настолько вошла в раж, что не смогла остановиться, отрезала себе голову и, собственно говоря, стала пить саму же свою собственную кровь. Следующая богиня – это Друмавати. Это вот такая индийская баба-ягар, что ли. Это единственная шакти без Шивы. Она не обладает Шивой. Она бесконечная старая вдова. Она возникла из дыма после сожжения Сати. А есть еще другая версия. Она попросила у Шивы его прекрасная Парвати дать ему поесть. На что Шива сказал: у меня нечем тебе накормить, будешь сидеть голодная. После чего Парвати сказала: тогда я проглочу тебя. И ни больше, ни меньше съела своего мужа одним глотком. После чего он стал проявляться из нее как дым, потому что там шли процессы переваривания бога Шивы. Переходя на алхимический язык, я, может быть, бы ее бы ассоциировал бы с стадией Нигрода. Интересно, что на ее флаге, который она держит в своих руках, изображается ворон. Да, собственно, она и здесь изображена с этим вороном. Он что, колесницу ведет? Или? Да, здесь он ведет ее колесницу. Она обозначает полнейшее помрачнение, полнейший мрак, который необходимо нам понять, да и принять, как нашу некую темную сторону, как нашу тему. Она изображается с метлой. Но в некоторых тантрических текстах она также изображается как бесконечно привлекательная сексуальная девушка. Ю мантра дхум дхум думавати суваха. Обращение к ней как дым. Ю янтра. Считается, что психологически она спасает от депрессии. Потому что сама по себе, да, форма этой богини, значит, причина депрессии.
Следующая Багаламукхи. Ну, условно говоря, ее можно назвать богиней паралича. Она держит демона Мадана за язык. Он обрел тоже необыкновенные способности, стал ими злоупотреблять и губить людей. И тогда великая богиня сошла к этому демону, схватила этого болтуна за язык и прикончила его ударом дубинки. Но перед смертью он попросил ее только об одном. Чтобы на ее священных изображениях всегда присутствовало его изображение, таким образом он должен почитаться вместе с ней. Локализация в теле. Мягкое небо. Питамбарадеви, еще ее называют, одетая в желтое. Трудно сказать, почему именно в желтое. Скорее всего, здесь она символизирует некую парализующую власть золота. Но также считается, что в Индии желтый цвет приносит удачу. Я, чтобы не читать особенно много, не грузить вас санскритом, вот ее мантра. А для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы контролировать нашу речь и наши эмоции. Сама по себе Багаламукха несет именно это послание. Контролировать в смысле? Вносить некий контроль над ними, чтобы море наших эмоций оно не бушевало, чтобы мы могли нормально, хорошо себя чувствовать. Совершать практики. В йогической практике, да, это практика некого вот закладывания языка. Есть такая религиозная секта, да, Надха, в которой даже подрезает себе уздечку. Так не делайте, потому что можно себя доконать окончательно просто. Во сне это делается очень-очень постепенно под контролем учителя. Потому что во сне у вас просто может запасть язык, и вы не проснетесь. Медитативный подход к ней, да, тоже есть. Это любая концентрация, это йогические асаны. Вот ее янтра. Это матанги. Но это тоже достаточно любопытно. Я просто расскажу легенду о ее возникновении. Однажды Парвати сидела на коленях у своего возлюбленного Шивы, и он сказал: «Проси меня обо всем хочешь, я все исполню». На что она сказала: «Пожалуйста, отпусти меня в дом моего отца Хималая». Он, конечно, скрипя сердцем, потому что ее очень любил, он ее отпускает погостить к своему отцу, но говорит: «Если ты не придешь вовремя, я приду за тобой». Она не возвращается, и он идет за ней в образе продавца украшений и предлагает ей украшения. И требует за эти украшения ни больше, ни меньше заняться с ней любовью. Она говорит: «Ну, пожалуйста». Она силой своей йогической интуиции постигает, что это да, что это ее супруг, но она решает его тоже разыграть и говорит, что ну, да, пожалуйста, ну не сейчас. А потом, когда Шива предавался медитации, она приходит к нему в виде великолепной чандали, девушки из касты неприкасаемых, и начинает перед ним танцевать, притом очень обворожительно, очень эротично. Значит, он ее спрашивает: «А ты зачем, собственно говоря, сюда пришла?» Она говорит: «Я пришла сюда предаваться аскетическим практикам». После чего Шива с ней начинает заниматься любовью со словами: «Никто еще, занимающийся аскетическими практиками, не был мной оставлен». После чего он узнает в ней свою жену, и она ему говорит: «Ну, если ты занимался со мной любовью в образе чандалини, то отныне этот образ будет навеки запечатлен». Вишудха чакра, как речь, как непроявленная речь. Медитативный подступ – это созерцание, ну так скажем, да, загрязненности. И понимание, что в этой загрязненности все равно присутствует божественность. Ее мантра. Ее янтра. А мантру можно назад? Учиштха здесь
упоминает слово учиштха, да, это отбросы, это объедки. Считается, что во время пира Шивы и Шакти она появилась из вот объедков, которые они оставили там под столом нечаянно уронили. Но в Индии то считается пределом загрязненности. Ну и, наконец, последняя, это Камалатмика. Вот, ее еще называют лотосная богиня, по сути своей это Лакшми, это супруга Вишну. Но что любопытно, практически нигде в тантрической иконографии она не изображается вместе со своим супругом. Она самостоятельна, точно так же, как самостоятельные и все махавидья. Они либо доминируют над мужчинами, либо предельно самостоятельны. Чем она отличается от Лакшми? Только этим? Да, она именно этим отличается от Лакшми, что она, ну, здесь все равно проводится. Да, еще, от Лакшми она тоже отличается любопытной особенностью. Вот любой богиня, да, из этих махавидья посвящены так называемые гимны тысячи имен, да, которые читаются вот в любой праздник тантрический. То есть повторяются тысячи имен. Достаточно длительный процесс, скажу я вам. Но в этих тысячи именах ее еще именуют. Вот эту прекрасную девушку, на которую слоны льют свою воду, она еще упоминается как Каларатри, ночь богини Кали. Она еще упоминается как Хора, ужасающая. Она именуется как Тамаси, темная, как Пхима, ужасающая. Поэтому тоже она амбивалентна. Локализация анахата-чакра. Медитативный подступ – поклонение солнцу. Занятие искусством. Еще раз, мантра Йошрим, мантра красоты. И, наконец, ее янтра. Вот, понимаете, все эти 10 богинь, они являются действительно прекрасной возможностью нам постичь многообразие окружающего мира. И этот окружающий мир принять. И с его самыми привлекательными, и с его какими-то ужасающими, может быть, и отталкивающими чертами. Для того, чтобы стать целостной личностью. Я надеюсь, вас очень тонет. Спасибо.